Всем привет! Вы на канале Сурмал. Сегодня мы будем делать обзор на новинку 2023 года, именно BMW M4. Он вот такой зеленого цвета. Вот такой у него перед крутой. И будем говорить его параметры. Вот так поставлю. Давайте покажем еще вид сзади. Вот такой крутой. И начнем. Вот еще так покажу. И все. Значит, он выпускается с 2026 по 2023 года. То есть он будет 2 года. В 2024 году он поменяется. Он не на хибриде, у него не 2 мотора, у него 1 бак. Так, что еще? Диски, параметры 19 дюймов. И кушает, так сказать, он 3 литра. Если он будет разгоняться, я думаю, может 4. Двигатель 3.0. Фары ЕД и карбоновая крыша. Помните, как я делал уже на BMW M8, вот у этого также карбоновая крыша. Также есть у него GPS. Парктроники и коробка автомат. Кто не знает, что это GPS, я могу сказать. GPS это есть такие ракеты в космосе, как сказать, и они видят, где ты едешь. И что еще сказать? Это был краткий обзор. Еще есть новинки, я буду снимать еще обзор. Может, через 3 дня выйдет еще. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Если всем было интересно, может, сделаю еще один обзор. Всем пока.